Здравствуйте, господа. С вами Майкл Лившиц, и сегодня я хочу провести еще одну тренировку по нашему бэк-офису, по нашему кабинету. Я вижу, что люди задают в нашей группе на Facebook очень много вопросов, и вопросы в основном очень похожи друг на друга. Большое количество людей, в принципе, не знают одну простую вещь, и обычно то, что происходит в нашем кабинете. Поэтому это очень важно. Эта тренировка будет не длинная, поэтому, пожалуйста, смотрите очень внимательно. И у меня к вам большая просьба, передавайте эти тренировки все в свои группы. Вы можете копировать мои ролики, выставляйте на свой YouTube, но обязательно передавайте эти тренировки, делайте свои тренировки. Но все люди в нашей группе должны знать, что происходит, потому что, господа, очень скоро произойдет открытие и запуск, полный запуск нашего проекта. Я вам обещаю одну вещь, что тогда уже отвечать на ваши вопросы времени будет ни у кого, потому что все будут сидеть и делать две вещи. Приводить новых партнеров в бизнес и зарабатывать деньги, проходя через рекламу. Поэтому это очень серьезно. Помогайте людям сейчас. Запомните еще одну такую истину сетевого бизнеса. Нам не нужно количество, нам нужно качество. Чтобы люди пришли и знали, что им нужно делать, и чтобы они делали то же самое со своими партнерами. Потому что мне звонят без конца люди, у которых есть свои спонсоры, и кто-то привел бизнес. Но никто никому не помогает. Я всем подряд помогать просто физически не смогу. И я уверен, что среди нас есть лидеры, которые сталкиваются тоже с такой же самой проблемой. Им очень много людей звонят и обращаются за помощью. Вы привели человека в бизнес, вы должны быть обязаны ему помочь, чтобы он знал, что ему делать. Если вы не знаете на ответ, вы позвоните мне, а не давайте всем мой телефон или мой скайп, чтобы они все подряд мне звонили, потому что я только один, а нас всех много. Если каждый человек, который приводит нового партнера в бизнес, в ваш бизнес, будет правильно помогать, то каждый будет делать то же самое, и проблем больше не будет. Одна из больших проблем у людей, они забывают свои пароли. Господа, пароль – это все равно, что у вас есть банк, и вы потеряли свои ключи, а то ячейки, где лежат ваши деньги. Этого нельзя делать, относитесь к этому немножечко, ну, как говорится, как в бизнесе. Не относитесь к этому халатно, потому что в следующий раз кто-нибудь мне позвонит, что он потерял пароль и не знает, что делать, я просто его проигнорирую. Если вы потеряли пароль, вы нажимаете логин, видите с правой стороны логин. Под низом видите вот это forgot your user или password, username или пароль. Нажимаете на эту link и здесь вставляете свою электронную почту. И нажимаете submit. И вам на вашу электронную почту пришлют ваш пароль. Это единственный способ, через который вы сможете найти свой пароль. Когда прокомпания будет запущена, во многих ваших странах будут находиться, как я уже сказал, офисы, представительства. Если вы что-то забыли, вы всегда сможете позвонить в свое представительство, и вам помогут найти и выйти из положения, или вы сможете написать суппорт. Пока идет преланч, пока единственный способ, как вы можете найти свой пароль, способ, который я вам только что показал. Теперь мы заходим в бэк-офис. Нажимаете опять логин. Вот вы находитесь в своем кабинете. Вы видите, у меня сверху загорелось таким красненьким оттенком, что вы должны зайти в subscribe. Нажимаете вот на это синее, если у вас такое есть. Все, что от вас требуется. И внизу появилось, что вас благодарят. Если это получается, появляется очень часто, никаких проблем, не обращайте на это внимания, идет чистка системы, поэтому у нас еще преланч, потому что во время, когда начнется проект, они пытаются исправить все проблемы до того, как это произойдет. Господа, если вы зашли в бэк-офис и что-то не работает, не обращайте на это внимания, поэтому у нас и идет преланч, что еще не все готово, еще все проверяется. Вот когда уже будет запущен полностью проект, тогда все эти проблемы будут решены. А то получается, каждое утро я подхожу к компьютеру и смотрю и в группу в нашу на Facebook, и в мой Skype, и на электронную почту, я имею сотни писем, которые я просто удаляю, потому что одни и те же вопросы. У меня появилось так, я не могу сделать это. Идет тест, идет преланч, и все эти проблемы будут решены. Поэтому, пожалуйста, не отвлекайте друг друга по пустякам. Первое, что вы видите с левой стороны, Message Center. Когда вы сюда заходите, здесь будут скиданы все письма.
Все письма, которые будут приходить в компанию, к вам, они приходят теперь не по почте, а в ваш кабинет. Вы можете всегда нажать, где написано «Read», и это письмо откроется. И вы всегда будете видеть, что там написано, и прочитать. Следующее – «Settings». Люди спрашивают, потом нажимаете «User Information». Люди спрашивают у меня, как поменять электронную почту, как поменять то, как поменять это. Все можно поменять. Когда вы заходите в «Settings» и «User Information», видите, сверху написано «Edit Settings». Нажимаете сюда, вы можете менять имя, фамилию, вы все можете поменять, свой пароль, даже веб-сайт название. Вы все можете поменять здесь. Это очень просто, поэтому не задавайте больше этих вопросов и передавайте эту информацию своей группе. Referral Center. Это «Sponsor Users». Когда вы заходите на первую страницу, вы видите, сколько людей у вас вы привели сами лично, сколько людей у вас на втором уровне и так до 10 уровней, и вы видите все вместе, какое количество партнеров у вас на 10 уровней. Всех людей, которых вы привели сами, вы видите их имена и их электронную почту. Но только электронную почту вы увидите тех людей, которых вы привели сами лично. Sponsored Users 3. Что это такое? Здесь опять-таки показываются все те люди, которых вы привели сами лично. Если вы пойдете, вот это все те люди, которые в данном случае привел я. Там, где стоит плюсик, это если вы на него нажмете, то откроются все те люди, которые привел этот человек, ваш партнер. И последнее здесь, Dual Team. Что это значит? Вы помните, я вам рассказывал, что у нас будет в будущем бинар тоже. Это просто будет добавление к нашему маркетингу. В настоящий момент строится только одна нога, и мы все только в одной ноге. Никто пока вторую ногу строить не может, потому что бинар пока не запущен. Например, вы видите, что у меня в моей левой ноге уже больше, чем 900 тысяч человек. Потому что с того момента, как я подписался в бизнес, теперь с этого момента все люди во всем мире, кто приходит в бизнес, не в зависимости, в моей группе или не в моей, они все идут подо мной. Поэтому каждый из нас, чем быстрее подпишется, тем быстрее начнет расти его одна левая нога. А когда в компании будет минимум, если я не ошибаюсь, 3 миллиона человек, только тогда они начнут строить правую ногу. Поэтому если вы нажимаете на этот плюсик, вы сможете видеть всех людей по очереди, кто когда пришел. Я надеюсь, это тоже понятно. Survey Center, где нужно сдавать демографик, где нужно ответить всем на вопросы. Если вы заходите сюда, и вот у вас такая картинка, значит, вы сдали экзамен, вы сдали на вопросы, больше вам делать ничего не надо. Если вы хотите поменять что-то в своих вопросах, вы видите, написано «click here», я не буду сюда нажимать. Если вы сюда нажмете, вам опять откроется вопросник, и опять вы можете его пройти второй раз. Я не думаю, что пока это нужно делать, если вы прошли один раз, самое главное, чтобы вот так стоял палец вверх. Значит, вы все прошли и вы сдали. Поэтому больше не задавайте мне вопросы на эту тему. И не задавайте такие же вопросы своим лидерам. Кстати, каждый лидер, а каждый человек, который приходит в этот бизнес, он и есть лидер. Ваша задача, если вы привели нового человека, обязательно первое, что вы должны сделать, помочь ему ответить на все эти вопросы. После этого, чтобы он сделал то же самое в своей группе, а не чтобы вы делали за него. Господа, подходите к этому бизнесу серьезно. Потому что, опять-таки, верите вы в это или не верите, это уже не имеет никакого значения. Очень скоро проект будет запущен. И если вы не будете знать, что надо делать, вам уже никто помочь не сможет, только по одной простой причине, потому что все будут заняты в построении и в работе в своем бизнесе. Поэтому вы должны, каждый, кто пришел в бизнес, вы должны быть уверены, что вы знаете и прошли эти все тренировки, и помочь вашим партнерам, которых вы привели сами лично, сделать то же самое, чтобы они делали дальше. Следующее, Soft Launch Support. Вот это просто вопросы и ответы. Это одни из самых популярных вопросов, и сразу на них ответы. И второе, Updates. Все важные Updates, которые проходят в компанию, всегда можно здесь увидеть. Video View Stats. Viewing History. Господа, это очень важно, потому что сегодня мне уже несколько человек позвонило и сказали, что они уже несколько дней подряд кликают на ролики и зашли сюда, и ничего нету. Здесь только показывает в тот момент, за тот день, за который вы прошли. Сейчас я вам это продемонстрирую. Кстати, для того, чтобы зайти в бэк-офис, вы должны все напечатать
свою реферальную ссылку, то есть свой логин .thwglobal.com. Если вы просто хотите зайти там, где ролики надо проверять, там вы должны просто написать thwglobal.com без вашей реферальной ссылки, и вы сразу автоматически попадаете туда, там, где ролики. Вот сейчас вы видите это на экране. Видите, с правой стороны вверху есть sign in. Я нажимаю сюда, потому что надо опять войти. Нажимаю сюда логин. Теперь я нахожусь уже там, где нужно проверять ролики, только под своим именем. Я просто хочу показать вам одну вещь, чтобы вы видели, как это работает. Я нажму вот, например, на этот ролик. Сейчас просто потерпите немножко. Немножко выдержки. Сейчас я зайду на этот ролик, и мы посмотрим, как он будет работать. Этот ролик минута 34. Знаете что, я, наверное, зайду на другой ролик, который немножко быстрее, чтобы не проводить слишком много времени, для того, чтобы вы поняли, что я хочу вам показать. Так, одну секундочку. Я знаю, что сегодня, особенно с утра, сейчас у нас в Америке 11 утра, и очень много людей, видно, сидят на компьютере и щелкают на эти ролики, поэтому немножко медленнее все происходит. Окей, нажму на этот ролик, посмотрю, может быть, он будет не такой длинный. Тоже минута 27, ну ничего. Сейчас я вам покажу просто то, что я хотел вам показать, чтобы вы поняли, что когда вы проверяете ролики, то вы сможете видеть только внутри, в своем бэк-офисе. Вот я его нажимаю. Секунду внимания. Окей. Теперь, видите, я проиграл где-то 14 секунд. Теперь я захожу. Кстати, отсюда вы тоже можете зайти в свой бэк-офис. Видите, написано IV бэк-офис. Вы можете сюда зайти в бэк-офис прямо отсюда. И теперь я зажду Video Viewing Stats. И вот вы видите, теперь уже показывается, что я кликнул на один ролик, как он называется, что ролик минута 26, я на нем пробыл только 15 секунд. То есть total 15 секунд. Вот это здесь будет отмечаться каждый день. Но следующий день опять начинается с нуля. Поэтому я надеюсь, что вы теперь понимаете. Поэтому если вы щелкаете сегодня, а завтра зашли сюда, и тут ничего нету, потому что вы щелкали только за один день, вам здесь будет показываться за каждый день в отдельности. Я надеюсь, что это все понятно. Вот это, в принципе, все то, о чем я сегодня хотел вам рассказать по бэк-офису, по нашему кабинету. Как вы видите, господа, это очень-очень просто. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу, помогайте своим партнерам, в своих группах. Если вы привели человека, и он подписался, вы должны ему это показать. Если я захожу иногда и смотрю в своих группах, у меня есть партнеры, которые привели сотни, 200, даже 500 человек, если я захожу на их второй уровень. Я не вижу, что кто-то из их людей хоть одного бы подписал. Я просто, это мне говорит о том, что эти люди не знают ничего, что нужно делать. Это значит ваша вина, потому что толку от этого не будет, и вы ничего не заработаете. Еще раз повторяю, господа, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Это истина успеха в сетевом бизнесе. Нас волнует не количество, и вас должно волновать, а качество. Спасибо, господа, я заканчиваю на этом. Тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь. И помните всегда, что деньги только в тренировках. Осталось совсем немного. Скоро будет полный запуск компании. И тогда произойдет такой взрыв на интернете, что все люди просто начнут сходить с ума. И я это говорю с хорошей точки зрения. До свидания, господа. Успехов!